Есть книги, вошедшие из жизни, вошедшие книги. Я решил в том числе подработать. Мне постоянно не хватало 200-300 рублей, хотя я не курю, не пью. Выкладываем актуальную информацию, где можно купить книги, что мы сделали, что мы принесли одежду. На зиму есть теплая одежда, вот мы об этом побеспокоились. Люди иногда спрашивают, куда можно перечислить какие-то деньги. Мы открыли счет, специальный счет прямо на имя Анатолия Михайловича. Может, люди переводят деньги именно ему. Я узнал всю его историю, вот мне захотелось купить, не знаю, просто как бы своим чувством внутренним, чутьем я просто захотел купить, не могу сказать даже почему. А сами будете читать или подарите? Да, конечно, нет, я себе взял себе, буду сам читать.